Полиция Лондона провела масштабную антитеррористическую операцию. Задержаны 4 человека. Еще одна подозреваемая доставлена в больницу с ранением. Все они считаются причастными к подготовке теракта. Операция проходила на северо-западе британской столицы. Полиция штурмом взяла один из домов. Напомню, накануне в Лондоне, недалеко от резиденции премьер-министра, задержан мужчина с ножами. Преступник был на примете у спецслужб. Кроме того, месяц назад в городе был совершен теракт на Вестминстерском мосту. В людей въехал мужчина на автомобиле, погибли 5 человек.